своими глазами. НАРЭ утвердила сегодня, 26 января 2021 года, новые тарифы на электроэнергию, который вступил в силу 1 февраля. Таким образом, потребители обслуживаемой компании Premier Energy, чьи установки подключены к низковольтным распределительным сетям, будут платить на 17 банов меньше. 1 лей 51 бан за киловатт в час, а не 1 лей 68 банов, как было до сих пор, сообщает diskidi.md. Для потребителей, подключенных к сетям среднего напряжения, тариф снизится с 1 лей 32 банов до 1 лея 25 банов за киловатт в час, а высокого напряжения с 1 лея 17 банов до 1 лея 14 банов за киловатт в час.